дождик, на улице ливень. Говорят, что у нас открылся сезон дождей. Что с обувью? Ребятки, смотрите мои сторис. Привет. Короче, что хочу сказать. Удаление татуировки в два раза больнее, чем ее набивать. На лбу кожа тонкая, и в связи с этим это делать еще больнее. Как ты нет болевых ощущений? Я себя переживал. Есть болевые ощущения? Как нету? Есть. Конечно, больно. Но как бы я от этого не плачешь. Это, конечно, терпимо, но так что так вот. Шрам не остается, не останется. Ну, то есть, если у вас изначально не было шрама на этом месте, то он у вас не появится, не останется. Потому что лазер, он влияет только на сам пигмент. В общем, сделала себе укладку и пошел дождь. Блин, такое солнце было крутое. Но все. Увы. Кстати, хорошо, что начался дождь. Удалила тату. Тату не удаляется прям сразу. То есть, допустим, как бы у меня как бы другой случай. У меня очень глубоко пробит пигмент. Такие вот делишки. Ребенок мой сейчас с няней, он живет у няни. Второй день. Поэтому я думаю, что сегодня, завтра я его заберу. Девочка, я так хочу, чтобы у тебя все сложилось в жизни. Я тоже хочу этого. Но обязательно сложится, все будет хорошо. Главное, чтобы у вас тоже все сложилось и все получилось. Садик, сына будешь отдавать? Да, буду, но мы будем отдавать не в государственный садик, а будем отдавать в частный коммерческий садик. Туда не нужно, слава богу, вставать в очередь. Вот. Там садик с профессиональным уклоном. Ну, то есть это не государственный сад. Там есть дополнительные предметы. Например, там есть...